Всем привет! Когда я впервые увидел эти перчатки, то мне почему-то показалось, что мне понадобится больше времени, чтобы сложить о них окончательное мнение. Но в итоге все стало на свои места гораздо быстрее, что в принципе тоже неплохо. Это перчаточки от очень известной американской фирмы Under Armour. Фирма эта занимается в основном спортивной экипировкой, но при этом у них довольно широкий модельный ряд именно перчаток. Данные перчатки являются одной из наиболее простых моделей, и называются они очень просто Men's Utility Gloves, то есть что означает просто мужские рабочие перчатки. Конструкция у перчаток очень-очень простая, я бы даже сказал крайне простая. Можно сразу заметить, что вот здесь вот на верхней части кисти нет никаких защищающих нашивок, нет даже никакой плотной ткани. Здесь просто такая вот резинка, а вот эта вот нашивочка с логотипом фирмы, она на самом деле больше мешает, чем выполняет какую-то защитную функцию. На ладони, ладонь у нас сделана из одного слоя довольно интересного такого материала, который очень-очень приятный на ощупь. Вот он, можно его видеть. И на ощупь создается впечатление, что это какая-то крайне мягкая кожа, замша такая. Но, конечно же, это не натуральный материал, это какой-то кожезаменитель, но при этом он прям очень приятен в тактильном плане. Одна из вещей, которые подчеркиваются в описании этих перчаток на сайте Under Armour, это то, что вот здесь вот у них сплошная резинка, нету никаких липучек, хлястиков и так далее. То есть ты просто натягиваешь эту перчатку, отпускаешь, и она готова к работе. Поначалу это немножко непривычно, но я это оценил, и мне это очень понравилось. Кроме того, вот это вот решение в совокупности с вот таким вот сплошным резиновым верхом садит эту перчатку на руку просто как чулок. Вот как вроде бы вы какие-то хирургические перчатки одели. Вот такое вот состояние. Очень удобно. Перчатка садится на руку, снимается легко. Здесь есть такая вот штучка, чтобы подтягивать. Но она не очень удобная, она на самом деле очень маленькая. Поэтому одевается, конечно, просто тянешь за резинку и все. Но перчатка как-то вот прям сама садится на руку. Не хочется ничего там как-то поджимать там между пальцами. Этого ничего абсолютно не надо. Ты одел и пошел. По поводу размеров. Вот эти данные перчатки, они размера L, и на мою ладонь шириной 10 сантиметров они немножко маловаты. То есть вот здесь вот между пальцами у меня есть где-то еще по сантиметру от шва до перепонок. Поэтому для себя в идеале я бы взял размер XL или, может быть, даже 2XL. Как я уже сказал, на ладони у нас вот этот вот кожезаменитель в один слой, но сделаны вот такие вот строчки, предназначение которых мне на самом деле до конца непонятно, но могу предположить, что они как-то усиливают определенные линии, по которым может порваться ладонь. Как-то так, если можно выразиться. Между пальцами. Здесь довольно интересно, по всей длине между пальцами такой вот очень тонкий, тягучий и дышащий материал. Тоже этот момент мне понравился. Перчатки очень хорошо проветриваются, продуваются. Если руки потеют, то отвод влаги здесь будет присутствовать.
Значит, и в целом, глядя на эти перчатки, немножко поработав ими, нужно сразу сказать, что для тяжелых работ эта модель абсолютно не подходит. И, ну, это очевидно. В конструкции этих перчаток нету абсолютно ни одного места, которое бы хоть как-то, хоть немножко намекало на то, что они будут защищать вас при тяжелых работах. Здесь все в один слой, все максимально тоненько, легонько. И поэтому эти перчатки можно применять, но для каких-то легких вещей, там, если вам нужно перенести там куда-то несколько коробок, если там, не знаю, у вас там переезд квартиры, вам нужно вытащить какой-то диван, там, вы можете легко одеть эти перчатки. Я даже думаю, если вы там выбежали на пробежку, то можете одеть их. Они очень приятные на руке, тактильно, они не мешают, никаких складок, ничего не мнется. Вот это их плюс. И они дают очень-очень такую базовую, простую защиту. Просто перчатки хорошие, но от них не нужно ожидать того, для чего они изначально не проектировались. Так, мне кажется, будет наиболее честным. Все. На этом, я думаю, можно закончить. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай.